2. Дошили сегодня, в прошлый раз начали, раскроили за 15 минут. В этот раз мы валя дома с металла, начали урок с того, что мы его померили. Крутись, Валечка. Платье отрезное по линии талии, средний шов по спинке, там молния стоит. Рукавчик немножко плечо приспущенное, все выточки переведены в горловину. Посмотрите вот в такие красивые защипчики. Талевой выточки нет, она переведена у нас в горловинку. Но на, задне, на спинке выточки есть, вот здесь шов есть по талии. Его, правда, плохо видно. К нему еще полагается у нас что? Пояс. Пояс еще будет. Горловинка обработана вот такой косой бечкой. Вот она у нас как выглядит. И вот это будет прикрепляться куда нужно. Все. И низ у нас покажи Вальчика, как обработан швом под гибку с открытым срезом. Опусти, пожалуйста. Проклеили и настрочили. Проклеили тоненькую полосочкой дублерина и настрочили в ноль один. Вот такое у нас шикарное получилось платье. Валя, счастлива. Видно по лицу. Видно по лицу. Спасибо.